Исторический анекдот. Погода минус 30. По улице идет Максим Горький, а навстречу ему маленький беспризорный мальчик. Дядь, а дядь, дай копейку. Горький очень любил детей и дал мальчику копейку. Дядь, а дядь, отдай еще одну копейку. Горький улыбнулся и дал еще одну копейку мальчику. Дядь, а дядь, отдай еще одну копейку. Максим Горький не любил жадных детей, поэтому отобрал у мальчика две копейки, шапку, варежки и пальтишко.